Я часто стоял в очередях, я смотрел на лица, на которых отражалось столько ожиданий. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 44, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. И ни разу за мои 44 меня не приняли. Ровно в 12 кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, два моей жизни я отдавал. Я часто стоял в очередях. Я отдавал, я часто стоял в очередях. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, по моей жизни я отдавал, я часто стоял в очередях.